Хорошо. Степко. Олег Степко на вольное упражнение. Украина. Вот он по короткой линии прошел. Может быть, мы увидим когда-то эти отметочки в середине контура. Добавила федерация. Хорошо. Вот он хорошо делает твисты. Да, хорошо. Вот заметно. Свободно приземляется. Ну, надо гимнасту показать и вперед вращение, и назад, и вокруг вертикально. Это вы уже, дорогие мои болельщики, выучили, что гимнаст должен вращаться как хотите. Но кто-то из них больше владеет одним качеством, другой другим. В этом и раз... О, да куда ты бежишь? Ты прям, кажется, он спешит, опаздывает на поезд, что ли. Ты посмотри, скорость какая, да? Прям... Что, он переступает, он некоторые делают... Быстро, не путай. В два переступания делают, да, четыре. Он, а он невысокого роста вообще, гимнаст. Хоть когда мы смотрим его одного, все у него пропорционально сложено. И красивые линии ног, и носки, и перебинтован достаточно много. О. И закончил перед задний, да? Ну, шикарно. А еще не закончил, еще не конец. На свете. Ну, а сейчас так уж гимнасты тейпом себя заматывают. Вот три винта. Чудно. Чудно. Вот какая хорошее сегодня гимнастика. Это гимнастика в масштабе это Европы. А давайте мы вам еще подпортим немножко настроение. Когда на мир мы уходим, с кем мы там встречаемся? В первую очередь с китайцами, американцами, японцами, канадцами, бразильцами. Тоже там есть у нас чемпионы мира бывали. В общем, плюс в Бразилии будет Олимпиада следующая. Стало быть, они сейчас тоже будут наматывать на авторитет собственный. О, как же. Вот так что, видите, и Степко хороший гимнаст. Вот жизнь спортсмена. Это не только в нашем виде спорта, это везде так. Тема чудесен спорт, что всегда здесь живая конкуренция. Хочешь жить под солнцем, Борис? Умею вернется. Так, Уитлок, что он получил? 15-366. 15-3. Ну, а что? У него конь-махи сложная программа была. 15-366. А, это Уитлок на... Да, я вас спешу успокоить. Не, ну, успокойся. Не обошел. 23 десятки наши. Мы еще наши. Как ты говоришь?